Хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В том числе, чтобы убрать ненужные барьеры, как в торговле и в культурном взаимодействии наших стран. По спорту также мы хотели бы поговорить. И здесь министр спорта сегодня, министр здравоохранения, министр энергетики, министр промышленности и торговли. Собственно говоря, практически все ключевые министры нашего кабинета приехали в Минск для того, чтобы обсудить повестку дня.